Ну вот мы приехали в отель со Словении. Он находится высоко, в горах. Здесь можно зевать от недостатка кислорода. Бегают олени прямо по горам. Здесь мы даже видели уже. Очень красота. Эко-парк абсолютно. Там туман поднимается, прошел дождь. То есть мы выше сейчас облаков находимся. Такое красивое место. Вот, ну что, пока мы движемся, все рассказали, что мы входим в облако. Поэтому я должен об этом рассказать. Вот сзади меня, сзади нас, находится облака. Мы сейчас находимся на высоте, ну может быть, метров 600, да, там, вот, и все, что мы заехали. Потому что здесь уже смзевается, кислород не хватает немножко. И вот облака, вот они. Вот облака идут прямо над дорогой. Вот они летят, мы идем в облаках. Прямо самым непосредственным образом. По дороге с облаками. Вот это вниз я снимаю. Вот вниз. Красотища такая. В общем, друзья, знаете что? А, вот, кстати, вот, а там вот еще выше вершины. Вон в облаках видно. Там вот там есть. Рекомендуем посетить. Рекомендуем. Горники Словения открылась нам с новой стороны. А вернее, она просто нам открылась, а не с новой. Здорово. Интересно. Здорово еще то, что очень мало людей, фактически мы 5 человек, и больше никого нет. И вот какие-то только естественные звуки природы. Все. Никаких посторонних шумов. Вот если такие-то звуки природы будут, такие вот, как волки быть. Они, кстати, наверное, могут здесь, потому что такая природа дикая. Но почему-то она больше располагает, чем такая же природа в Румынии. Там как-то зловеще было, там казалось, что волки действительно завоют сейчас. А здесь как-то так более как-то радужно, что ли, я не знаю. Даже несмотря на то, что прошел дождь и уже скоро вечер, вообще вечер на самом деле. 8 часов сейчас вечера. А учитывая то, что это горы, то темнеет намного быстрее. Вот, так что я думаю, нам особо далеко заходить не стоит, потому что фонарей тут вообще нет никаких нигде. И стемнеет в районе 9, наверное, конкретно уже. Вот они летят. Облака летят. Облака, белогривые лошадки. Поднимаются облака. И летят сюда. Прямо по направлению к нам. Без оглядки. Ну что, прокачешься на них сейчас, Тонь? Прыгай, Тонь. Там коровки стоят. Мы в облаках. Да. Земля плавно переходит в небо. Не видно, да, где вот облака начинаются под нами, сзади нас. Вот там, вон. И переходят в небо до бесконечности. Все, классно, да? Вот так. Тетя, тетя, кошка, выгляни в окошко. Есть хотят котята. Готовишь там есть? Мяу, мяу, мяу. Готовит там кушать мамка. Мяу. Еще только наступило раннее утро. Вот хозяин погнал своих коров пастись. Моринг. Я уже иду на тренировочку. Здесь очень красивые виды. Хочется потренироваться, позаниматься йогой на природе. Когда красивые виды, вообще это шикарно. Вот. Так что посмотрим, сейчас как это все будет происходить. Единственное, жалко, что ночью прошел сильный дождь, гром, гроза и все такое. И, конечно, сыроват. Поэтому не на травке где-то придется заниматься, а так, на дорожках. Но здесь такие дорожки живописные, что ничем не хуже все это будет. Горы. Сейчас я здесь и буду заниматься. А потом у меня еще пробежка будет. Уже после этого всего. Вот так. Местные коровки смотрят на меня, напряглись, защищаются его теленочка.
Меня спасает от них только то, что вот натянут тут электропастух, и они его боятся. Вчера у меня сын хотел сделать хороший кадр и на эту проволочку локоточки поставил, ну, для того, чтобы фотоаппарат у него не дрожал в руках. И получил он хороший удар током. Прыгал, скакал тут, как гордый козлик. Вот и коровы об этом знают, и поэтому не дергаются. Хотя такие коровы мощные, могут, конечно, защищать свою теленка и активно. Вот так вот.